Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня в нашем лофте под елкой рубрика «Вы спрашивали, мы отвечаем». Многие интересуются, как я буду таскать весь этот мусор и когда я его вообще отсюда уберу. Мусор становится все больше и больше и больше. Так вот, раскрою вам главный секрет. Весь мусор отправится прямиком вот сюда. Таскать его и убирать никто не будет. Такие дела. Вот вы можете посмотреть. Этот подпол. Стен у него нет, как я и говорил. Просто земляные. Какой-то ящик, видимо, для хранения овощей. Тут уже вот провалы. Доски. Непонятный огрызок стула. О, смотрите, ведро. Катка. Катка, куча досок каких-то. Ну и вот подполье всего дома. Пол лежит вот на таких столбиках. Тут непонятно. Какое-то сооружение из камня. Здесь уже стена кухни. Нас встречает. Вот он, первый венец. В хорошем состоянии, ничего не сгнило тут. Ну, дом высокий, цоколь высокий. Наверное, поэтому повезло. Так, и вот здесь, что, собственно, я сюда залазил? Я залазил сюда посмотреть, что делать с полом. Пол кривой. И как бы, если в большой комнате он в нормальном состоянии, то в проходной он покатый вообще. То есть идет горкой с кухни в комнату. Почему, я так и не понял. Кирпич он не привязан. Если бы садился вместе с домом, сруб, он бы сел равномерно. Ну, в общем, вот тут кусок покатый. И я хотел посмотреть, много ли тут отсыпать, если делать пол по грунту. Ну, здесь от 60 до метра высота. И все это, по идее, нужно отсыпать. Вот такие дела. Вот катка. Огурцы солили, наверное, здесь. Или капусту, я не знаю. Кольцо одно отвалилось. Такая кадушка. Ну, собственно, вот такое подполье. Подскажите, как лучше сделать полы, если кто-нибудь разбирается. Я не знаю. Сегодня была бригада. Строители. Посмотрели на это все. Обещали посчитать, сколько будет стоить отсыпать вот это все безобразие и залить стяжку под теплые полы. Не знаю. Вот такой погребок. Сохранять его, я думаю, не имеет никакого смысла. Ну, сами видите, стен нет. Сырая земля. Размером он не очень. В общем-то, не нужен. Ненужная конструкция. Вот. Поэтому надо сюда сгрести весь строительный мусор. И пусть он тут себе потом закапывается. Или все же сделать полы деревянные. Ну, я не знаю. Они в любом случае будут холодные. И в любом случае кого-нибудь придется нанять. Потому что в одного... Я не знаю даже. Получится в одного это все провернуть или нет. Все же лучше, наверное, теплый пол сделать. Саша. Здесь был Саша. Все же, наверное, лучше сделать теплый пол. Я так считаю. Но дело в стоимости.
Это вы можете видеть отдушины под фундаментом. Кто там писал, что я их закрыл? Нет, я их не все закрыл. Большинство из них вот с сеткой. Я закрыл только те, через которые лазили коты. В общем, вот такой погребок. Ну, бессмысленный. Куча досок, как тут оказалось. Очень интересно. Здесь прикольного. Кадушка, ведро. Ну и, собственно, делать тут больше нечего. Давайте попытаемся проникнуть в погреб кухни. Давайте-таки попробуем добраться до кухонного погреба. Посмотреть, наконец, спустя 3 месяца, что же там внутри. О, пошло. Вся доска разбухла, все в плесени, мокрые. Не погреб, колодец какой-то. Пошла вода. Ну, а тут полон вообще. Конец просто. Живого места нет. Все сгнило. Что это такое? Меня интересует вопрос. Фу. Разложился. Тут, говорит, такой кирпичный погреб хороший. Мама, не горюй. Аж 1.5 на 1.5. Да уж. Я разочарован, конечно. В общем, ничего интересного. Вот воды. И на этом все. И куча плесени. И никакого погреба здесь нет.